Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Нарлиплей, центральный округ. Мне здесь Кирилл Путболов, и не забывайте вводить мне их регистрации. Итак, сегодня у нас будет видео про глобальное обновление на сервере Нарлиплей. Сегодня я вам покажу, что добавили, ну что смогу, то покажу, в принципе. Ну что ж, погнали. Давайте, я думаю, начнем сначала с этого парка аттракционов. Точнее, не аттракционов, а парк ужасов, или как-то так он называется. Пишите вот так вот GPS. Потом мероприятия, ивенты и парк ужасов. В принципе, вот он здесь находится у нас. Все, пошлите туда, посмотрим, что здесь вообще происходит. Короче, я тут подумал, давайте эти квесты выполню в следующей серии, потому что сегодня я решил зациклиться именно на обновлении. Да, это тоже обновление, но это в скором времени, я думаю, уберут через пару дней, либо вообще завтра. Поэтому сначала сегодня обновление снимем, а в следующей серии уже эти квесты. Блять, нахуя ты по встречке ехал, Запорожец? Блять, я просто не понимаю таких людей, нахрена на встречку выехал? Так, поехали, давайте посмотрим сначала тюнинг, а потом уже будем все смотреть по порядку. Кстати, я переснял модпак, в принципе, и у меня все равно текстуры иногда пропадают. Я не знаю, наверное, это связано все-таки не с модпаком, а с тем, что либо сервак дедосит, либо еще что-то, потому что я перестанавливал, и все равно текстуры пропадают. Уже не так сильно, но все равно пропадают, и иногда залагивает сервер. Так, что-то тут много людей, конечно, в тюнинге. Прям очень много. А как туда заехать, я не понимаю. А, нужно посигналить, окей. Так, винилы и диски, улучшение деталей. Давайте винилы и диски пробуем. Так, ну, диски давайте посмотрим, какие здесь есть. Видите, можно вот такие вот диски поставить. Так, стоимость 60 тысяч. Так, BBS. Не, ну диски такие прикольные, в принципе. Мне они нравятся. Так, хаманы есть. Ну, довольно-таки неплохо. Довольно-таки неплохо. Ну, я знаю, где эти диски взяты из GTA City. Ну, ладно, в принципе, это не важно. Диски есть, их довольно-таки много. Какие тут самые дорогие диски? Давайте посмотрим. 160 тысяч. Ну и все, да. 160 тысяч, это самые дорогие диски. Я бы, на самом деле, поставил бы, наверное, вот эти диски. Они довольно-таки неплохо смотрятся. Можно и хаманы поставить. Но эти тоже неплохо смотрятся. В принципе, можно их и купить. Давайте нажмем купить все и винилы. Винилы на этой машине нету, поэтому винилы я покажу с помощью другой машины уже попозже. Так, также добавили, короче, мини-багажник, его можно поставить либо на скутер, либо на велосипед, и туда можно что-то ложить, там можно ремки ложить там и так далее. В принципе, довольно-таки прикольная, я думаю, тема. Также обновили интерьер больницы, сделали его более современнее. Вот такой, короче, интерьерчик. Здесь переодевалочка, там все дела. Там палата уже находится. Ну, не знаю, мне больше нравится этот интерьер, чем был предыдущий. Так, здесь у нас что есть? Посетители. Так, ну ладно. Здесь еще один кабинет. Здесь склад больницы находится. Здесь у нас находятся палаты, где игроки. В принципе, ну, довольно-таки прикольный интерьер. Мне реально нравится. Все здесь. Много кабинетов. Он стал больше, он стал современнее, поприкольнее там и так далее. В принципе, мне это нравится. И здесь где-то должна быть столовая, да, кстати, вот есть. Так, здесь есть буфет. Давайте, может, поедим. А, да, можно нам здесь хавать. Ну, в принципе, нормально. Теперь может здесь будет еще и похавать. Также добавили такую тему, как дерби. Оно находится вот же башни Останкино, там где АБ, короче. Я уже немного поездил, я уже не знаю, какой раз я сюда приезжаю, просто приезжаю, меня краш постоянно. Я уже поставил место спавна, где вышел. Так, нажимаем войти в игру. В принципе, у нас здесь доступны машины, видите какие. У меня очков нету, поэтому я выбираю вот эту первую тачку. Все, мы появляемся на этой арене, и сейчас наша задача просто взять флаг и, ну, долго, короче, с ним продержаться, чтобы нам засчитали очки там и так далее. Также здесь можно покупать за очки всякие улучшения. Вот именно вот эта тема мне очень нравится. Я думаю, я здесь буду часто зависать, поэтому можете меня здесь увидеть. Вот, пишите, видите, заезжайте сюда. Здесь можно динамит купить, полоса шипами, компрессор, ремонтный кузов, ремонт колеса, антипереворот, нитро там, полезная информация здесь есть. Ну, короче, так далее. Сейчас наша задача просто флаг взять и с ним долго продержаться, в принципе, да. Вот, видите, у чувака флаг, и его все пытаются столкнуть. Меня, кстати, один раз здесь скикнуло за подозрительное учительство, хотя я что-то не юзаю, ну ладно. Так, флаг у нас где находится, я его не вижу, по-моему. Вон флаг, быстрее к нему давайте, надо флаг взять, и все будет хорошо у нас. Так, берем флаг, все, взял, надо дольше с ним продержаться, надо с ним долго продержаться, и тогда все будет зашибись. Я сразу сворачиваю сюда, оп, обманул его, все, он улетел в воду. Так, и надо с ним долго держать. А, видите, вот так сталкивают, и все. И да, я флаг потерял. Надо долго продержаться, не знаю, где эти очки посмотреть, которые у меня, типа, должны быть. Так, вон флаг, давай. Быстрее за ним едем. Так, и нужно его столкнуть нахрен отсюда.
Ох ты, красавчик, чувак, вообще. Ох ты, это у нас толкнул. Мне кажется, они в ФК уходят, когда толкают, потому что, блин, нельзя так сильно толкнуть, потому что, блин, на этой бричке вообще невозможно кого-то толкнуть толком. Ух ты, блин, вообще мясо здесь полное всегда происходит. Сны заспавнимся, короче, здесь флаг. Давайте быстрее его возьмем, чтобы нас не скинули. Так, берем флаг, быстренько, берем, и все, едем. Едем-ка. А, его надо доставить же, точно. Его нужно доставить. Сейчас мы как-то по-хитрому объедем, и все будет зашибись. Так, обижаем. Это нужно туда прыгнуть. Я хз, как это сделать, но сейчас мы это попробуем сделать. Так, и давайте. Опа-па-па-па-па-па. Блин, не получилось. Я хотел перепрыгнуть, но не получилось, короче. Так, пацаны, тут флаг где-то есть. Блять, я упал. Охрененно просто. Так, пацаны, вон флаг. Давай, машинка. Ай, не допрыгнул, блин. Не, ну это реально весело, пацаны. Это реально весело. Вон флаг у чувака. Так, он сейчас упадет. И где появится? Ну ладно, давайте его искать, короче. Блин, реально классная тема. Давай. Ай, пиздец, я застрял. Я не хочу падать в воду. Не хочу. Давай. Блять, не получилось, короче. Короче, я так понял, что нужно взять флаг и отвезти его на другую точку. И лучше не ездить, а ждать, пока он где-то появится. Кстати, возле какое-то определенное место, где он появляется, например, вон там появляется, там. На всех вот таких метках он появляется периодически, поэтому нужно просто выждать, когда он появится, и максимально как-то ездить, чтобы вас не столкнули и вы достали флаг. Так, пацаны, флаг, берись, блять, как его взять? Он не берется что-то вообще. Вы видите? Я на нем стою, он не берется. Блин, берись. Да, в итоге залагало, и меня скинули, да. И не я взял флаг. Классно, чё. Обожаю просто. Ладно, в принципе, это я вам показал, погнали дальше. Также добавили в Арзамасе фермерский рынок, и теперь люди, у которых есть продуктовый фургон, могут здесь закупаться, точнее продавать могут. Стоимость закупки 9 рублей, каждый ПД, я так понял, все меняется. Вы подъезжаете, просто сигналите и сразу выгружаете свой фургон. Итак, давайте я вам покажу винилы, вроде бы как на эту машину не есть, просто сигналим, виниловые диски и винилы, да, есть такие винилы. Так, давайте посмотрим, какие есть. Есть камуфляж, есть космос, ого, 2 миллиона стоит, и больше нет никакого. Ну, тут, кстати, прикольный, вот это такой себе, ну, это тоже такой себе, мне больше всего вот этот понравился, короче, типа, космос. Также поставили вот такие вот домики, их всего вроде бы 3, они уникальные, там уникальный интерьер. Чтобы его купить, нужно 3000 тыков. Их нужно собрать, либо купить у кого-то, и вы сможете приобрести вот такой вот дом. Давайте попробуем в него зайти, к сожалению, он закрыт. Но давайте съездим, наверное, к еще одному домику и посмотрим, может мы в него сможем зайти. Так, я так понял, сегодня видосит, но Акена Бир написал, что разработчики уже в курсе про DDoS, проблему решают. Но надеюсь, в скором времени ее полностью решат. Так, вроде бы как здесь должен быть еще один дом. Да, отлично, заехал. Ну, в принципе, нехуй по полям ездить. А нет, я перепутал, пацаны, этот дом не задействован. В принципе, я не знаю, где два остальных. Я знаю, где только один, а остальные я без понятия. Ну что ж, я думаю, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.